решила, что пойду и будь что будет. Ну, собственно, все произошло хорошо. В первый сезон проекта «Бизнес-хаус» Кристина Коняхина заявку на участие подала спонтанно и в последний момент. Ее мечта – открыть фотостудию в Мончегорске, однако до реалити-шоу девушка и понятия не имела, с чего начать. Говорит, 2 недели пролетели быстро, а вот знания, полученные от экспертов, останутся на долгие годы. На проекте мне получилось свою идею упаковать. То есть я пришла просто, ну, хочу фотостудию, да. А мне получилось все продумать, и сейчас я уже планирую подаваться на грантовые конкурсы, чтобы получить поддержку, ну и воплотить свою мечту. «Бизнес-хаус» – первое реалити-шоу Мурманской области. Только в отличие от привычного формата, здесь обсуждают не отношения, а развитие собственного дела. На встрече со студентами специалисты агентства развития Мончегорска подняли важные для молодежи темы. Что нужно, чтобы сократить отток населения, каких пространств не хватает для личностного развития, какие бизнес-проекты интересны новому поколению предпринимателей. Была подготовлена рассылка мероприятия, и ребята путем заполнения Яндекс.Формы сами записывали. И таким образом у нас сейчас должно посетить порядка больше 100 человек. Участвовать могут молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. В первом сезоне будущие предприниматели с организаторами поделились парочкой идей, как сделать реалити-шоу еще интереснее. Во втором организаторы их воплотят. Они хотели отдельный дом. Естественно, конечно, ребят будут снимать в этом доме, они будут там жить, и их характер, и их взаимоотношения. Это всегда очень интересно для публики, которая наблюдает, поэтому это пожелание. Мы посчитали, что да, оно, наверное, правильно и классно. Ну, впечатления, думаю, будут у всех отличные. Конечно, я каких-то там сейчас внутренних историй не буду рассказывать, потому что это будет тогда спойлеры, поэтому будет много что интересного. По сути, то, что было в прошлом году, только умноженное на 100. Наша ключевая задача – это просто рассказать о том, что вот есть такая возможность, что можно принять участие в таком классном проекте с таким охватом. Не надо ехать в Москву, в Питер. В прошлом году проект собрал более 2 миллионов просмотров. Даже если нет идеи для бизнеса, ее помогут отыскать на реалити-шоу. Главное – желание создать собственное дело. Заявки принимаются до 18 мая, количество мест ограничено. Мария Гусакова, Максим Кравченко, ТВ 21+.